Завершены монолитные работы, кирпичная кладка и обустройство кровли. В Лайково продолжают строительство нового детского сада на 380 воспитанников. Андрей Иванов соблюдение сроков держит на личном контроле. 10 сентября мы приступим к монтажу окон. К концу сентября мы закроем здание. Также кровлю мы завершаем. На сегодняшний день там осталось заклеить гидроизоляцию на третьем этаже. Внутренние работы по прокладке электрики и вентиляции выполнены на 50%. По условиям контракта до конца года подрядчик должен завершить ремонт на объекте и выполнить первый этап по благоустройству территории. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».